Всем привет! С вами MV921, и довольно давно у нас уже не было какого-то интересного конкурса с большим количеством призов, с простыми правилами участия, и поэтому в этом видео как раз я вам и объявлю условия об одном таком чудесном мероприятии. Поэтому слушайте внимательно, чтобы ничего не пропустить. Заготовлено у нас аж целых 40 призовых мест. Первое, второе и третье место на конкурсе получат игру Far Cry Primal и танк ИС-6. Четвертое, пятое, шестое место получит игру Hitman и танк AMX CDC. Седьмое, восьмое, девятое и десятое получат опять же игру Hitman, но танк уже Super Pershing. С 11 по 20 место просто танк Су-122-44. С 21 по 30 прям танк Дикер Макс. И с 31 по 40 место прям танк Черчилль 3. Все эти премы, они в основной своей массе отлично годятся для того, чтобы фармить кредиты. И вас наверняка порадуют, поскольку являются, наверное, одними из лучших на своих уровнях. Важный момент. Если вы попали в топ-10 победителей, где ваш приз помимо танка еще и игра, и она у вас либо есть, либо она вам не нужна, то по ее стоимости вы можете получить эквивалентное количество голды на свой аккаунт. Об этом уже будет идти речь, когда кто-то из вас получит эти призовые места, и там уже по ходу разберемся. Итак, что нужно сделать для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе розыгрыша? Ну, естественно, поставить лайк под видео и подписаться на мой YouTube-канал. Это обязательное условие участия. Дальше, значит, поскольку это конкурс репостов, нужно будет найти в моей группе ВКонтакте специальный пост, сообщение, в котором никаких ссылок, кроме на это как видео, не указано. Все остальные ссылки указаны в описании уже под видео конкретно, а не ВКонтакте. Ну и я вам еще голосом все это, конечно, с удовольствием озвучу. Собственно говоря, этот пост себе на стену репостнуть. Затем обязательно вступить в мою группу ВКонтакте. И обязательно вступить в группу Intel ВКонтакте. Все ссылки на пост, на группы будут указаны в описании под этим видео. Если вы чего-то потеряли или не нашли, то можно это всегда подсмотреть именно здесь. Конкурс продлится до 15 марта. В этот день мы устроим специальный такой розыгрышный стрим, который поначалу будет совершенно обычным, то есть поиграем в танки, повеселимся, поделаем что-нибудь интересное, пообщаемся в чате, как всегда мы любим. Но в конце минут за 15, за 20, это, наверное, будет примерно в 21.40 или в 21.50 примерно, мы начнем, собственно говоря, наш розыгрыш. Как он обычно проходит, если вы не в курсе? Среди всех тех, кто репостнул сообщение из моей группы со ссылкой на это видео, специальной программой-рандомайзером мы выберем 40 счастливчиков. То есть выбирать буду не я пальцем, а специальная программа, которая совершенно рандомно выбирает, независимо ни от чего. Начнем мы с самых маленьких по масштабу призов, то есть с 3-го, 4-го десятка победителей. Сначала выберем тех, кто выиграл Черчилль 3, потом Дикер Макс, потом Су-122-44, потом Hitman и Super Pershing, потом Hitman и AMX CDC, и Far Cry Primal и ИС-6. Важно вот что я вам хочу сообщить, что нужно проконтролировать. Посмотрите, открыты ли у вас прием личных сообщений. Если он закрыт, то вы автоматически с конкурса снимаетесь, поскольку мы никак вам сообщить не сможем, что вы выиграли. Это первое. Второе. Будет здорово, если вы пост с этим видео закрепите у себя на стене. Не просто репостните, а поставите выше всех остальных. Чтобы он был сверху. По крайней мере на дату розыгрыша. Чтобы я открыл, сразу увидел, обрадовался, и все, что лишь мне осталось, а это проверить уже третий пункт, подписались ли вы на все вышеназванные, а их тут всего две, группы. Еще раз повторюсь, это моя группа и группа Intel. Ну и все, и только останется лишь ждать у моря погоды, ну а именно конца стрима розыгрыша. А еще лучше, наверное, для оперативности и фановости быть на этом стриме, смотреть его и, скрестя пальчики, желать себе победы. С вами свяжутся либо какой-то специальный человек, который будет уполномочен за проведение конкурса, либо я лично, мы пока еще не решили. И все, что вам нужно будет сообщить, ни в коем случае никаких e-mail'ов, никаких паролей от вашего игрового аккаунта никто не вправе требовать. Нам лишь нужен ваш игровой ник, чтобы вам начислить танк, либо игровое золото, если вы получили еще и игру и от нее отказались. Если же вы от игры не отказываетесь, она вам нужна, то для этого потребуется либо ваш Steam аккаунт, либо что-нибудь еще от другой платформы. Об этом мы уже поговорим, собственно говоря, предметно с теми счастливыми 10 победителями.
конкурс, как вы понимаете, простейший. Делать почти ничего не нужно. Всего лишь нужно быть зарегистрированным ВКонтакте, открыть свои личные сообщения, открыться миру, репостнуть себе сообщение с данным видео из моей группы на стену, вступить в две группы ВКонтакте, в мою и в группу Intel, лайкнуть это видео, подписаться на мой YouTube канал, и вы автоматически участник. И все, что требуется от вас, лишь сложить ручки, ну или скрестив их, ждать конца стрима, где мы проведем, собственно говоря, розыгрыш. Такие вот простейшие правила. Ну а на сегодня у нас все. Всем удачи на конкурсе. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Всем пока.